Кажется, весь мир называет балет Московского Большого театра большим балетом. «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта». Эти спектакли стали классикой мирового искусства. Но то, что не развивается, не живет. Сегодня балет Большого театра – это не только прекрасные, полные поэзии, романтики и работы прошлого. Это новые возможности, новый взгляд, ежедневные поиски. И мы покажем мастеров Большого балета в те мгновения, когда сочиняются танцы, когда их рождают поэзия, музыка, пластика совершенного тела, взлеты человеческого воображения и ума. Олег Виноградов, молодой балетмейстер, воспитанник Ленинградского хореографического училища, поставивший в Новосибирске балеты Сергея Прокофьева «Золушка» и «Ромео и Джульетта». Он был приглашен в Большой театр для работы над балетом Власова «Осель». Перед Виноградовым сразу стала острейшая из проблем – показать на балетной сцене наших современников. Главные роли в балете «Осель» исполняют Нина Тимофеева и Николай Фадеичев. Я ни разу не видел на сцене Уланову или Лепешинскую. Я верю в то, что спектакли, которые они танцевали, были прекрасными. Для меня балет как понятие, как искусство, которому я посвятил всю свою жизнь, раскрылся на постановках балетмейстера Григоровича. И я, изучая его спектакли, очень многое понял. Понял именно основные, вот важнейшие принципы современной хореографии. И с тех пор вот я стал выяснять для себя, за счет чего же это все происходит, какие факторы повлияли на это. И в проблеме современной хореографии для меня стал целый ряд вопросов. И главный из них – это вопрос хореографического сочинительства. То есть поиск новых слов, движений, которыми балетмейстер раскрывает свой замысел, которыми он этот замысел доносит до зрителя. Хочется, чтобы эти движения были неиспользованными, оригинальными. Но на чем их строить, как их создавать, где находить те моменты современности языка, вот это была проблема.
современном балете для меня лично, и именно в хореографическом языке, большое значение имеет впечатление импровизационности, пластики. И гораздо приятнее, когда автора не замечаешь в тех движениях, которые исполняет актер. Кажется, эти движения собственностью актера, что вот они родились у него непосредственно на наших глазах. И это сразу придает впечатление естественности поведения, и эффект выразительности становится гораздо больше. Работая над балетом «Асыль», темой которого стал поезд киргизского писателя Чингиза Айтматова, я стал пристальнее присматриваться к поведению наших людей. Следил за их привычками, характерами. Много ездил, делал массу зарисовок, строил отдельные композиции. И иногда даже маленькая чёточка в характере человека, которую приходилось видеть, то ли то, как он объясняется с другими, как он держит руки, как ведет себя в отдельных каких-то обстоятельствах, подсказывало очень многое. И отталкиваясь от этого, уже можно было строить какие-то композиции и находить те характерные движения, которые совершенно необходимы в балете наряду с большими обобщениями и символами. Реквием. Одна из сцен балета. Балетмейстер ищет образный пластический язык для воплощения трагедии, пережитой народом в годы войны. В роли Байтемира Юрий Владимиров. Thank you.
Касьян Галязовский, 75-летний русский балетмейстер. Человек тонкой, глубокой культуры, художник, создавший свой романтический язык в хореографии. Его последняя постановка на сцене Большого театра – балет композитора Балсаняна «Лейли и Меджнун». Если артист вдохновлен, если он заинтересован, если он живет образом, который навеян ему вот балетмейстером, художником, если у него есть воображение, если он может представить себе тысячи каких-то мгновений, которых сам не ожидал, если есть у него внутренние глаза, которыми он может видеть невидимый мир, то, конечно, мысль и все то, что он делает, превращается в романтический образ, в сказку, в повествование, в рассказ. Вот я вспоминаю сейчас Лейли. Я вижу Лейли и Меджнун. Первый акт, первая встреча. Меджнун увидал Лейли. Он ее полюбил. Полюбил с первого взгляда не в пошлом смысле, а действительно полюбил. Потому что все это произведение рассказывает о том, как это серьезно, какая в этом необычайная поэзия и какая в этом колоссальная поэтическая трагедия. Делаешь вот это движение, оно очень выразительное. Но немножко брось, знаешь, посмотри, что слеза упала. Чуть-чуть маленьким таким движением отметить это, а то не дойдет. Лейли, Наталья Бессмертного, Кайс, Михаил Лавровский. Особенно в дуэтных танцах, друг к другу близко стоят. Но благодаря вот этим сплетениям возникает какое-то чувство необыкновенной чистоты. Здесь нет ни капельки какой-то бурлящей страсти такой. Здесь сплошь романтика, сплошь воображение, сплошь мечта и сплошь удаление в будущее. Сейчас, начиная вот этот фрагмент делать, когда ты один в пустыне, ты обижен, оскорблен, причем до потери рассудка, местами даже тебе джинн является воображаемый какой-то, ты его хватаешь за бороду, душишь, борешься с ним. Понимаешь? Ну и, конечно, иди опять через поэтические образы, потому что такой образ, что ничего не поделаешь, Меджнун такой.
он весь в поэзии. Знаешь, вот, ну какое тебе сравнение дать? Ну вот такие хотя бы слова. Осторожно простираю на серые асфальты сердце, оскорбленное прикосновением людей. Чужды им чертоги мои, мои базальты, глыбы огненные людей. Вот в таком духе, понимаешь? Чтобы у тебя развивался какой-то такой протест, страшный протест. И в то же время все твое сердце, вся твоя любовь. Любочка. В роли Меджнуна Владимир Васильев. Последняя премьера Большого театра – балет «Кармен». На тему известной оперы Жоржа Бизе советский композитор Родион Щедрин создал хореографическую версию, постановку которой осуществил кубинский балетмейстер Альберто Алонсо. В роли «Кармен» – Майя Плисецкая.
Мне кажется, что этот спектакль огромная победа и Большого театра, и всех нас. Я счастлива, что мне в жизни довелось все-таки сделать то, о чем я мечтала, может быть, даже всю жизнь. Это редкое счастье, это не каждому актеру в жизни удается. Мне это удалось. Я считаю себя счастливой. Необычная хореография Альберто Алонсо. Никогда не приходилось мне ни видеть, ни танцевать такие танцы. Когда я начала репетировать, мне хотелось уловить сущность этих движений, эту манеру, которую так точно и интересно предлагал балетмейстер. И это-то и было самое непростое. Алонсо отлично знает андалузских цыган. Он много лет жил в Испании и общался с этими людьми. И нам он ставил не их типичные танцы, а их характеры. Кармен свободна. Об этом все в балете. Она как свободный бык на пастбище. И не случайно все действие происходит на арене для боя быков. Вся ее жизнь – коррида.
А, это опять ты. Канарейка Хозе, не надо быть злым и таким строгим. Милый Хозе, не сердись на меня. Хозе Николай Фадеичев. Взялся этот тореро. Ловок, красив, смел.
Тореадор Сергей Радченко. Кто он? Откуда появился такой смельчак, которому так же люба жизнь, как и безразлична смерть? Серая толпа и не сдастся так сразу, как Хозе. Не отрывает глаз от меня, но делает вид, что безразличен. На такого рода размышлениях построен весь дуэт. Игра глаз, ног, поворотов. Бежит, но она оказалась тут. Нет, я больше не люблю тебя.
это знаю. Какова судьба? Я не уступлю. Кармен всегда будет свободна. Люблю Женщина зло, но дважды бывает прекрасной. На ложе любви и на смертном одре. Всемирно известный большой балет начинает во вторник вечером в 7:30 в здании Метрополитен-Опера свой третий сезон в Америке. Предполагается, что большой балет явится последней труппой, которая даст представление на сцене Старого театра. Наибольший интерес в программе недели представляет первая постановка в Соединенных Штатах балета «Дон Кихот». Список действующих лиц и исполнителей открывает Екатерина Максимова. Yeah.
это он медленно разобрал. В январе 1965 года Екатерина Максимова впервые выступила в роли Гитри на сцене Большого театра. К премьере молодую балерину готовила Галина Уланова. Я немножко сделала. Если оно могло бы быть, то красилочка очень красивая, песочка тоже симпатичная. Да, очень красивая. Да, не очень. Да. Серёжки не одела и хорошо. И так. Екатерина Максимова, маленькая темноволосая балерина 26 лет, но которая выглядит не более чем на 16, исполняла главную роль Китри. Она танцевала с великолепным техническим мастерством, четкостью, уверенностью, большой легкостью и очарованием. Она заставила старый балет блистать подобно новому. Госпожа Максимова хорошенькая и очень женственная. Хотя она имеет официальный холодный титул «прима-балерины», и обладает абсолютной легкостью, которая начинается с безошибочной техники. Она проводит сцены с таким увлечением, как если бы это была игра, в которую она играет только в первый раз. Она летит и плывет в воздухе в необыкновенных прыжках и всегда улыбается. Не потому, что это требуется, а потому, что она молода и так вдохновенна теми чудесами, которые она совершает. Когда она наклоняется в конце ошеломляющих сцен, ее улыбка напоминает улыбку школьницы, как будто она говорит: «Посмотри, мама, я кончаю школу». Личное обаяние, теплота и великолепное ощущение юности придали ее исполнению и всему балету в целом особый блеск. Величие восхода, который расцветает, достигает волнующей вершины и остается таковым. С технической точки зрения эта русская девушка была всего примечательнее легкостью, чувством воздуха. Она проводит большое количество времени в полете. Воздух – это ее стихия. Ты балакила на бровки? Немножко. Ну и правильно, немножко надо. Вот тут еще. Вот видишь, совсем новый вид. Как цветок одели, красный. Да. Я вообще сейчас бы такая красная. Не будешь, не будешь. Ты не успеешь, тебе как кончится арт, ты скажешь, а, вот видишь, как все кончилось, я еще не буду. Потому что это уже дело проверенное. Краска вся, и цветок красный, и сразу, да. Вот как здесь еще можно. Пусть. И все равно, ну, это место, потому что когда знаешь, что мало места, начинаешь шанс. А так ты делаешь широко, и вариацию сделала хорошо. Дальше мне как хорошо. И это все вот все. Почему у меня? Перед вариацией. Почему перед вариацией? А что у тебя выскочит вот туда. Я, причем я даже не то, что я как-то я когда это все делала, я как-то все время чувствую, что думаю, нет, я не очень устала. И вдруг я сразу Thank you.
Это было в Париже. На наших гастролях, гастролях Большого театра. Там мы впервые услышали музыку Стравинского к балету «Весна священная». Она произвела на нас такое огромное впечатление, что мы тут же купили пластинку, проигрыватель, пригласили к себе дирижера Геннадия Рождественского и с его помощью начали знакомиться с музыкой. Уже через несколько дней у нас сложилось свое собственное представление о будущем спектакле. Мы так даже и либретто сделали. И через 8 лет на сцене Большого театра состоялась наша премьера. Это спектакль о языческой Руси. И очень трудно было найти пластику, которую требует эта единственная в своем роде музыка. От чего нам было оттолкнуться? Ну, в конце концов, мы пошли от того же, от чего, как нам кажется, шел Стравинский. Он сложно сопоставил примитивные архаические мелодии. Источников об этом периоде очень мало. Мы обращались к изучению летописей, к изучению обрядов. Очень интересная книга нам попалась в руки Абвега «Русских обрядов и обычаев», в которой описываются древние языческие обряды. Это создает какой-то аромат эпохи. И если говорить о том, что первоосновой спектакля, в общем-то, является сюжет, я не говорю сейчас о музыке, то вторая и ничуть не менее важная сторона этого вопроса заключается в том, как этот сюжет будет воплощен на сцене. Поэтому для нас было очень важно найти какое-то своеобразие выражения сюжета уже в пластике балета. Было очень ответственно вносить сюжет в произведение, которое, в общем-то, этого сюжета не предполагало. Нам казалось, что введение очень простой сюжетной канвы помогло бы только зрительно драматизировать ту линию, которая очень четко прослушивается в музыке Игоря Федоровича Стравинского. А сюжет таков. На празднике весны священной пастух встречает девушку. Они полюбили друг друга. Но в этот день должна быть принесена человеческая жертва. Появляется старейший и мудрейший, и с ним бесноватые. Происходит избрание жертвы, и избранницей становится возлюбленная пастуха. Жертва принесена.
Но пастух не может примириться с тем, что его любовь потеряна. В нем закипает ненависть к Богу, в которого от рождения слепо верил и он сам, и все его племя. И как во врага вонзает он нож в деревянного Бога. Этим спектаклем нам хотелось рассказать о зарождении новой морали, о каком-то первом протесте против варварства, против жестокости. Против человеческих жертв. Избранница Нина Сорокина. В роли бесноватой Наталья Касаткина. Стравинского «Весна священная» поставили на сцене Большого театра молодые хореографы Наталья Касаткина и Владимир Василев. Теперь весь вопрос заключается в том, как вынуть ногу,
как берет за шею. Володь, я здесь не понимаю, как... Их новые творческие поиски связаны с музыкальными произведениями композитора Андрея Петрова. Удобно, но не получается самого главного. Нет, ей тоже неудобно. Во-первых, даже... Ей тоже неудобно, потому что у нее заламываются руки назад. Ты понимаешь, правильно, она быстро кончает... В репетициях участвуют молодые артисты балета Большого театра Татьяна Голикова и Сергей Радченко. Перед тобой стоит. А задача какая? Не согнуться и сейчас мы думаем о том, какими должны быть наши герои. Каким должен быть Адам, какая должна быть Ева. Вот только что созданный Богом. Еще дети, они впервые познают мир. Впервые встречаются с окружающей их жизнью. Впервые знакомятся, впервые видят друг друга. Вначале пугаются, а затем тянутся друг к другу. И вот достаточно было одного взгляда, и они полюбили друг друга. Затем по сюжету возникает катастрофа. Она как война, как горе, как несчастье, как разлука, как разрушение гармонии двух любящих существ. То ты никогда не согнешься так, чтобы у тебя утро было не согнутое колено. Конечно, у тебя сразу Thank you.
Есть люди, имена которых говорят так много, что слова о них излишни. Галина Уланова. И сегодня ее жизнь тесно связана с балетом Большого театра. Наследие балетного театра. Оно передается от поколения к поколению. Переходит от артиста к артисту. Танец. Это невыразимое словами таинство нужно передать будущему. Нужно поддержать однажды зажженный огонь, если он согревает души людей и освещает мир прекрасного. Thank you.
Да. Нет, ну, только вы хоть не путайте руки. Еще раз. Давай сюда. Туда. Сюда. Сейчас, что-то накрутили. Что-то лишнее. Вот это только одно. Вот. И все. Вот. А теперь ты же не просто должен провести руку, Сережа, а подставить. А у тебя сейчас она обособлена, вот так взяла, как будто у какой-то мельницы. А чего ты говоришь, что вы думаешь? Ну вот выход, у них руки неправильные идут всегда. Руки? Каждый раз. Руки как? Вы просто проводите руки. Да. А нельзя проводить. Они должны аккомпанировать всему движению.